благодаря передачам, которые выходят на Поделия-центр, мы заметили достаточно повышение активности нашего населения в плане помощи нашим ребятам. Мы видим, как и приходят новые волонтеры, так и больше нам звонят и предлагают помощи, меценаты и простые люди приходят, приносят, привозят, и это действительно очень нужно для наших ребят, то, что люди помогают, то, что они делают. Тот маленький кусочек тепла, который они им передают, он их очень согревает на передовой. Самое главное, что сотрудничество с телеканалом приносит свои результаты. И мы желаем всем мира.